Наверное, очень дорого было, да? Дорого, я бы что-то, если бы было. А вы вам не сильно разочарованы? Так, Оксана Алексеевна, не знаю, как лучше. Смотри, во-первых, не надо со мной на улице. Тебе уже не 12 лет. Во-вторых, не надо со мной разговаривать, как будто я, не знаю, как я, учитель, твой мастер, понимаешь? Точно не надо. В-третьих, Олеся, я директор бизнес, я директор модельного агентства, и ты мой бизнес-проект, понимаешь? Я в тебе заинтересован как в бизнес-вложении. И в-четвертых, Да вы сделали для меня больше, чем кто-либо, когда-либо. Я вас... А я вас так разочаровываю, тебя. И можно я вас немножко попозже буду на «ты» называть? Если, конечно, будет это попозже.